Ну что ж, мы собрались попробовать сюрстреминг. Есть у нас вот такая баночка, покажи с ней крупным планом. Мы имеем у нас 5 человек, одна банка сюрстреминга, 2 пирожка, как бы попить, покушать. Хотим узнать, действительно ли она такая паршивая и невкусная, как об этом говорят и вещают на ютюбе. Кто не знает, сюрстреминг — это гнилая рыба, шведский деликатес, гнилая или квашеная рыба. Она якобы на вкус пиздец какая неприятная, супер отвратительная. Я не знаю, какая именно она на вкус. Попробуем, узнаем. Манжурно же есть. Ну что, ну что, давайте. Давайте на слимфак. Жан, пускай откроет. Я сразу же. Доставим доверие в это. Это. Давайте. Держи его на лицо. Бля. Нормально. Дай сюда его обратно. Стой, стол надо держать. Держите стол. Сейчас, да. Потому что ударяет. Это сломал стол. Блять, стол святое, пацаны. Реликвия. Не, держи, сейчас он бить же будет. Блять. Блять, открывашка не справляется. Блять, а как его играет? О! На ты что ли? Да ладно. Ебать. Снимай вблизи. Ой, блядь. Говно воняет. Да хуй ты на столовке такая. Понюхай. Да, понюхай. Ну что ты знаешь, букет такой неоправданно насыщенный. Канализация прет, блядь. Вот чисто по-русски сказать. А вот хлебушка покуда. Бля, вот эти сенизаторские машины, когда ездят, говно выкачивают, тут такой же запах. Один в один. Вы понюхайте нормально, вы сидите, балдеете. Он там хозяин. У меня аж руки дрожат, блядь. Че, вам похуй? Ну нет. Так, значит. У тебя слезы. Фу, блядь. То весь блёв закончится на коронавирусе. Сейчас хотя блюдом. А что ты плачешь, братан? Сыви слезы его. Там дальше? За слезами. За слезами. Нам ты пирожки нам прислал. Ты со слезами на глазах открывает. Открой быстрее, есть хочется. Давай по стаканчику. Ебать, да ну нам сейчас в этот стаканчик. Ой, хуй. Смотри, иди сюда, Пак. Смотрите, внимание. Ой, на вид неплохо. Смотрите, как это делать, братва. Я показывал один раз. Берет. Профессионал в деле. Блять, в одну упали. Он каждый день приезжает, он знает, как это надо. Всю кухню задавал. Бля, сука! Дай хоть платить. Че, маньяк, хлопнем? Будем? Я пока нет. Нет, но. Не лови по кипу. Ну, пахнет лучше, чем то, что ты готовишь. Фу, блядь. Фу, блядь. Да не крутите его. Блядь. А хули он так воняет? Какой вообще похуй? Блядь, не надо. Я с пирожком, что-то не хочется. Какая она на вкус, блядь?
блядь. Она вкусно на подкаст. Бонжурно, жесть! Он говорит, вообще похуй. Ну ладно. Вы сами попросили, блядь. Блядь, ее когда даже ко рту помоешь, уже, блядь, маленький кусочек маленький. Маленький, вот я сам. Блядь. Обезьяна, блядь. Вообще извратно. Сука, сам неаккуратный. Ты запей, блядь, чем-то. Блядь, это ужас. Нет, я можно воды глотну еще, пацаны, потому что я не могу. Только, блядь, к горлышку не прикасайся, брат. Не прикасайся, пожалуйста. Ну, блядь, это пиздец, нахуй, что в больнице. Да я уже не пиздец, а да я тут на цепь закрывал мне сейчас как раз. Ты схавай хоть одну, блядь. Сейчас подожди, дай мне, блядь, прийти в себя. Давай же открывай. Я сейчас ее пожую, но, сука, если вы там не будете, пацаны. Да мне кажется, ты не пожуешь. Нет, это в принципе нормально должна быть серьезно. Просто от соуса такой, блядь, запах охуенный. Мне кажется, даже просто с вентиляцией откуда-то. Понятие чокнемся, сюрстрелим. Давайте, пацаны. Вы все маленькие выбрали, блядь. Да нихуя себе, блядь. Так... Нет, нормально, из вежливости. Блядь. Вы теперь накапал. Ну, давайте, ребят. Ты слышишь, мое, блядь, ведро. Ну, ребят. Приятного аппетита. Давай, погнали. За рыбалку. Давайте, ребятки. Бля-бля-бля! Ванёк, ты похуел! Не очень вкусно! Ты попробовал? Бля, действительно, я пожевал! Я уже зафаршмачился. Там блёв закончился у него. Давайте итог. Ну, давайте тогда разберем, ребят, на какой праздник вы бы... Ну, я бы вот этот, блядь, вот рекомендовал на праздник. Вот есть у тебя враг самый такой вот, худший твой враг, самый злой. Вот ты можешь, чтобы он всей семьей это открыл за кухонным столом. Вот только так, блядь.